Друзья, день добрый. Посудомойка Whirlpool, она же KitchenAid, она же Maytag и так далее и тому подобное. В принципе, в какой-то степени ее можно приравнять к Индезиту и Арестону. Проблема в том, что у нас потекла посудомойка. Сейчас покажу. Вот эта вот дырка посередине, что вы видите. Не дырка, нужное замечание делали. Отверстие. Ну, в данном случае это дырка. Вот что должно быть. Сальничек. Кстати, вот кому интересно на будущее, сальник ATP-152. Короче говоря, что этот сальничек делает? Это штуковина, которая, кстати, тоже окислилась. И вот здесь вот контакты у нас здесь окислились. То есть иногда из-за этого оно не работает. Вот эта штуковина у нас вращает вот эту штуковину, пластмассовую втулочку. Она вот здесь вот вращается. И в зависимости от того, как она поворачивается, у нас меняется по трем вертикалям, по трем направлениям направление воды. Вот смотрите, давайте даже вот так вот сделаем, чтобы было понятнее. Видите, она вращает, подает воду либо сюда, либо сюда, либо сюда. Вот такая вот простая процедура. Вот. А если она не видит, что она вращается, не нажимается кнопочкой, у нас ошибка. На самом деле здесь чаще всего ли кнопка сгнила, или контакты нарушились. Вот такая вот интересный момент. Короче, чтобы она не текла, нужно поменять всю пластиковую тарелку, либо сальник. Но поскольку такой запчасти, как сальник, здесь нет, есть только пластмассовая тарелка в сборе, приходится менять ее. Кстати, трубки на будущее просто вынимаются. Все, друзья, всем спасибо. Божьих благословений, пока.